Приветствую вас, Татьяна. Смотрите, вы говорите про адаптацию, по сути, на новом месте. И она действительно бывает достаточно сложной для людей, потому что многие привычки приходится менять. Уклад жизни приходится менять. Человек зачастую чувствует себя не в своей тарелке в определенных местах. Если вы переехали из поселка, то я полагаю, что вдвойне это сложно для вас адаптироваться. То есть вы говорите, что вас тянет домой. Вот надо бы здесь несколько подробнее этот момент поисследовать. Что вы имеете в виду, говоря, что вас тянет домой? То есть, чего вы хотите? Что вам нужно? В чем вы нуждаетесь? Понимаете? Вот это важно. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд, это важно. То есть, крайне важно для вас определить этот момент. Определить то, куда вас тянут. К чему вас тянут. Понимаете? На мой взгляд, это очень важно для того, чтобы в том числе помочь вам себе разобраться. В том числе это очень важно для того, чтобы вы лучше понимали, как обстоят дела. И так далее. Вот. Конечно, адаптироваться на новом месте совсем нелегко. Это понятно, что адаптироваться на новом месте непросто. Но вы же для чего-то переезжали, вы же чего-то хотели, вы же на что-то надеялись, вы же на что-то рассчитывали. И на мой взгляд, как раз очень здорово было бы понять, на что вы рассчитывали. Какие у вас, образно говоря, были ожидания от, переезда. Потому что, очевидно, что в какой-то момент вы, давайте, наверное, будем говорить честно, да, в какой-то момент вы отклонились от своего курса, отклонились от своего маршрута, вы перестали
двигаться туда, куда вам, ну, куда вам двигаться хотелось. Вот. Я так полагаю. Я в этом не уверен. Я не берусь говорить об этом со стопроцентной уверенностью. Но мне кажется, что ситуация в том числе именно такая. Ну и соответственно возникает вопрос, что делать, вот вы его задаете. Этот вопрос, что делать? Я думаю, что ответом будет адекватная постановка цели. Адекватная постановка, ну, ваших целей. То есть конкретно, чего я хочу. Конкретно, что мне нужно. Именно конкретно. Это важно. Потому что будет конкретика, будет все. Если не будет конкретики, то не будет ничего. Да, если будут цели, какие-то цели, если будут у вас, например, то будет будет позитивный момент. Если цели не будет, то будут, конечно, сложности. Так или иначе будут сложности, будут трудности. Вот. Это, к сожалению, нормально. Вполне нормально. Вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Примерно так, я думаю, можно на него ответить. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Я надеюсь, что вы преследуете обязательно либо сами, либо с психологом то, что с вами происходит. Вот, и у нас появится возможность вам помочь. У нас
появится возможность что-то для вас сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.